Я сейчас вот по очередности у нас слово Владимиру Ермолаеву. Хорошо, Александру Белову. Поскольку всегда приятно говорить после того, когда речь предыдущего оратора была на таком эмоциональном подъеме. И это редкий случай, когда у меня другая точка зрения от господина Павлова. Действительно, 20 лет русские националисты, в общем-то, в основном теряли, чем приобретали. Сейчас есть возможность изменения, но мы говорим, подождите, ведь овцы могут еду не привезти, опоздают паровоз. Но не надо быть овцами. У нас нормальный, умный народ. Мы сами в состоянии наладить работу и ЖКХ, и военной промышленности, чего угодно. Сегодня единственный человек, от которого зависит то, что в год подыхает 1 миллион граждан России и 1,5 миллиона русских. Его фамилию надо называть или нет? Что мы будем ждать? Давайте подождем. Ну, ничего страшного, еще 2-3 миллиона. Ну, что изменится? Мы успеем создать партию и так далее. А я хочу сказать нет. Ждать не надо. И как раз моя точка зрения, она с чем совпадает с Николаем Павловым? Такими методами, как сейчас происходит протест, добиться реальных результатов тяжеловато. Нам постоянно будут предлагать подачки. Партию, пожалуйста, телевидение, вот, дебаты устраивайте. Жестко и радикально. Желательно смести в один день, а потом договоримся. Как ходили, поверьте мне, паровозы, так они и будут ходить. Ничего не изменится. Но грабить будет меньше. И если... Кто-то считает, что как я могу стоять с Рыжковым, но тогда там будет стоять 10 Рыжковых, если нас там не будет. Уже сейчас весна, она, можно сказать, вот, в политическом смысле на дворе, а мы говорим, подождите, не надо, мы опоздаем, мы опоздали в 91-м. Я помню, какие возможности были у националистов в 91-м и 93-м, и мы опоздали, потому что мы не делали первый шаг. Мы боялись, мы сидели в окопах, мы ждали чего-то. Да хоть бы Ельцина, хоть 10 тысяч раз Ельцина поддерживали. Это прекрасно. Потому что те, кто якобы с ним боролся, те не делали первых шагов, те не нападали. А Ельцин проявил агрессию. Он первым нанес удар, и он победил. А это должны были сделать националисты. Слушай, мы оружие взяли в 93-м. Ну, я там, так скажем, брата потерял, как минимум, да, в 93-м. На ельцинском стороне был? Нет. Да при чем с Белым домом? Поэтому сейчас, чтобы Сашу Новикову даже я хочу поддержать, правильно, отлично, только не надо было сидеть и ждать у моря погоды, надо было действовать и идти вперед. Чем больше сидел Белый дом и ждал, так сказать, непонятных самолетов, которые Рудской высылал, тем больше была вероятность, что приедут танки и всех расстреляют. Вы проиграли, схавали, и все. Да. Спасибо, Александр. Так, уважаемые сотоварищи, вот почему я терпеть не могу демократию и люблю порядок? Кто, у кого недержание речи, просьба освободить место в зале для людей, способных думать и говорить. Поэтому независимо, я предупреждаю один раз. Те, кто будет выступать, пусть они 33 раза были со мной в 93-м году или еще где-то, будут покидать этот зал, как люди просто невоспитанные и неспособные к коллективной мысли. Невоспитанным людям не место здесь, невзирая на их взгляды. Если они хотят показать свою принципиальность, в письменном виде на выходе. Слово предоставляется Севастьянову Александру Никитичу. Благодарю. Первый вывод, который я сделал, наблюдая
события минувшего года, к революции русские национал-патриоты сегодня не готовы. Второй вывод, который я сделал. Мы сегодня находимся в положении между двумя силами, ни к одной из которых симпатий не питаем. Первая сила – это Путин и правительство России. К сожалению, Путин своей последней статьей о национальном вопросе не оставил нам выбора. Он показал, что он так и не услышал русский народ за минувшие 20 лет. И больше того, он бросил нам вызов, потому что он провозгласил именно те принципы в государственной национальной политике, которые русское движение в целом отвергает. Но вторая сила – это либералы, жаждущие реванша. Выбор сегодня у нас стоит не между хорошим и плохим, а между плохим и худшим. Вот это нужно ясно понимать. За минувшие 20 лет в русском словаре синонимов появилась абсолютно однозначная пара. Либерал – враг народа. Здесь не может быть двоякого толкования, здесь не может быть двойного понимания. Мы отчетливо видим, что либералы сегодня захватили инициативу в протестном движении. Включиться в это движение сегодня означает таскать для них каштаны из огня. Причем я напомню, что это не просто либералы, это либералы-реваншисты. Это те, кто рвется вернуть историю вспять. Кто хочет повторить ельцинское правление, ельцинскую эпоху. Я уже не говорю о таких знаковых фигурах, как Немцов и Касьянов, которые на авансцене митинговые стихии выступают. Но вы понимаете, что за ними стоят огромные силы, как в нашей стране, так и во всем мире, которые хотят вернуть нас в 90-е годы. А националисты русские сегодня у них выступают, к моему большому разочарованию и сожалению, как массовка, как изюм в творожной массе, как наполнитель некий. Вот «Новая газета», заседание комитета по подготовке 4 февраля. Вот сидят за столом господа. Мы здесь видим и Акунина, и Рыжкова. Ну и рядышком стоит господин Тор. Ему за столом господ места не нашлось. Поэтому, когда мы говорим о том, когда мы слышим, вернее, о том, что нам нужно выбирать между Путиным и теми, кто не согласен с статусом КВО, мы должны понимать, что все далеко не так просто. Когда нам говорят, что мы должны приложить все усилия, чтобы сковырнуть режим, для кого, простите, мы расчищаем дорогу? Кому мы торим путь? Когда нам говорят, что наш народ мудрый и замечательный, простите, народ все тот же, который был в 917-м и который был в 901-м. В 91-м, извините. Тот же самый народ, никакого другого у нас нет. Голоса нам на митингах этих не дают. Александр Анатольевич, вам позволили выступить на митинге? На Болотной? На Сахарова? Да. Нет, не позволили. Меня говорил Навальный. Ах, вот он что. Нет, это не одно и то же. Простите, пожалуйста, в моем представлении пока что вы и Навальный – это не одно и то же. Кто держит рычаги финансовой митинговой стихии? Либералы. Кто держит организационные, в том числе медийные рычаги митинговой стихии? Либералы. Для кого мы таскаем или намерены таскать каштаны из огня? Задумайтесь об этом. Поэтому я не говорю о том, что мы должны поддерживать сегодня Путина. Я, к сожалению, констатирую, что этой возможности он нас своей статьей о национальном вопросе лишил.
Но связываться с либералами сегодня, в каком бы то ни было варианте, это означает, что вам дети ваши и внуки на могилу плевать будут. Задумайтесь об этом. Учитесь видеть дальше собственного носа, дальше сегодняшнего дня. Вспомнила бабушка девичий стыд. 20 лет у нас, видите ли, были честные выборы, а тут вдруг нечестные, возмутились. Давайте тоже не играть с самими собой, не обманывать себя. Ничего экстраординарного не произошло на этих выборах. Произошло другое. Выросло поколение молодое, которое не помнит 91 год. У них нет этого генетического страха перед революцией. А у нас, слава богу, он есть. У тех, у кого были деды расстреляны в 17-м. У тех, кто вынужден был бежать из страны. У тех, кто пережил 90-е. Здесь я солидарен с Николаем Александровичем Павловым. Поэтому я считаю, что нам сегодняшние события надо воспринимать как задание на ближайшую пятилетку. За эти 5 лет мы должны создать единую партию. Ну пусть не единую, понятно, что это утопия. Будут мелкие, да. Но нужно создать основную русскую партию, центральную русскую партию, стержневую. Нужно создать теневое правительство. Нужно создать системную, правильно говорит тоже Павлов, систему русского сопротивления. Ее нет сегодня. Не ходят с кавалерийскими шашками в атаку на танки. Это первое и второе. Блажен муж и жениде на совет нечестивых. Не должны мы быть в одном строю, плечом к плечу, с Немцовыми, Рыжковыми, etc. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Никитич. Ну, опять, я с вами согласен. Там плохо, что делать? Сейчас я заметил, но сейчас я предоставляю слово Владимиру Ивановичу Милосердову. Председатель Общероссийской общественной организации, Народно-патриотической организации России, которая была создана на базе Народно-патриотической партии России, которая, в свою очередь, была создана на базе Русской партии. Теперь относительно сегодняшнего дня. Вот здесь прозвучали несколько выступающих и говорят, что у нас сейчас только две силы. Путин и либералы. И мы где-то националисты между ними чего-то. И почему-то мы, я бы сказал так, убираем коммунистическую партию. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но она существует и пользуется значительным авторитетом. Что касается русского вопроса, то я был приятно удивлен воззванием Зюганова. «Вставайте, люди русские». И там опубликована программа. Ну, желающие можете почитать. Я просто хочу сказать, что там он ставит вопрос о возвращении графы национальности в паспорте, о том, чтобы, в принципе, на национальной пропорциональной основе укреплять все властные структуры законодательно, в правительстве, в СМИ и так далее. То есть на это надо посмотреть. Если уж мы говорим, надо выбирать из трех или двух зол какое-то лучшее, то, может быть, посмотреть и на Коммунистическую партию Российской Федерации и поддержать ее. Может быть, как переходный период в этом случае, не надо этот момент исключать. Теперь относительно, чтобы, так сказать, долго не задерживать вас своим выступлением, я хотел бы обратить ваше внимание на один момент. Сейчас очень много желающих развязать межнациональную рознь. И по существу и статья, если так посмотреть внимательно Путина, она тоже направлена примерно в этом направлении. Но если послушать Владимира Вольфовича Жириновского, то там, так сказать, с определенным призывом. Так вот, начал разрабатывать концепцию русской партии, Народно-патриотическая партия практически ее завершила. Это принцип, он давно известен, о национально-пропорциональном представительстве. Мы его сформулировали следующим образом. Чтобы для обеспечения мира согласия в обществе необходимо всевластные
и иные структуры, формировать из лучших представителей коренных народов России с учетом национально-пропорционального представительства. Кто такой коренной, под нашим пониманием? Это все те граждане Российской Федерации, которые проживают на территории Российской Федерации и не имеют государственных образований за ее пределами. Все остальные у нас гости. До тех пор, пока будут править бал гости, русский народ и все остальные будем жить в нищете и бесправии. Поэтому наша цель сейчас сосредоточить внимание вот на этом вопросе, чтобы все властные и иные структуры формировались из лучших представителей коренных народов. Спасибо. Спасибо. Я единственное буду в огорчении, если мы будем пополнять список зол. У нас был зло Путин, зло либералы, теперь еще третье появилось — КПРФ. А что делать? Потому что надеяться на КПРФ, ну вот они победили на парламентских выборах 4 декабря и согласились на 19%. Так что наши надежды будут проданы и в следующий раз тоже. Ну чем это третье зло? Это вот Моисей 40 лет водил, чтобы вымерло поколение, помнившее иго. Вот Геннадий Андреевич уже 20 лет водит. Что, нам еще 20 лет ждать? Да. Это при том, что я... Да, не хочу дальше комментировать. Значит, я попрошу сейчас взять слово Егора Станиславовича Холмогорова. Прошу подготовиться Терехова. Спасибо. Вот, к сожалению, господин Павлов, которому я хотел прежде всего ответить, ушел. Ну, Александр Никитич Севастьянов остался. Знаете, я думаю, что я всем известный циник, соглашатель и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я скажу, собственно, с позиции цинизма и соглашательства. В чем состоит моя позиция? Она состоит в очень простой вещи. Ошибаются в равной степени и те, кто считает, что русские националисты вместе с либералами сейчас вот немедленно одним кувырком скинут эту власть. И те, в сущности, согласные с ними люди, которые считают, что сейчас либералы, слегка размазав себе щеки националистическими какими-то цветами, тоже скинут эту власть, и страна погрузится в пучину хаоса, либерализма, отключения света, газа, горячей воды, взаимного истребления и так далее. Я думаю, не будет ни того, ни другого. К сожалению, наблюдение, скажем, эволюции нашей оппозиции последний месяц показывает, что уже ту волну абсолютно искреннего эмоционального возмущения по принципу «не могу дальше уже это терпеть». А почему не можем дальше уже это терпеть? Я об этом пытался сказать не так давно в эфире Кургиняна, но он меня просто заткнул. Потому что люди согласились сыграть с властью, с режимом по его собственным правилам. Выбрать из вот тех меньших зол, которые он нам предложил. И выяснилось, что даже этого нельзя, что даже при этом случае результат будет все равно подтасован. И вот поднялась эта волна. Но вы много знаете людей, которые вот прямо искренне рвутся теперь промерзнуть еще 4 февраля. Я не предскажу прямо большого провала оппозиции, но большого успеха, как на Болотной или как на Сахарова, я тоже ей предсказать не могу. Так вот, в то же время достаточно успешно, в том числе и на опережение, действуют представители власти. Они там начали организовывать какие-то митинги, какое-то народное или, по крайней мере, псевдонародное движение. Причем работают действительно на опережение. Скажем, меня никто никогда ни разу не спросил, хочешь выступить на Болотной или хочешь выступить на Сахарова. Тут ко мне пришли люди, а вот хотите выступить на митинге, который будет организовываться 4 февраля «Сохраним Россию». Я говорю, ну, знаете, я могу прийти, я могу выступить. Но только учтите, я начну свою речь с того, что я скажу, что выборы были сфальсифицированы. Просто это еще не повод уничтожать одним махом всю страну. Так вот, на мой взгляд, русским националистам
необходимо не вписываться в одно движение и не воздерживаться от всех движений, а вписываться всюду, куда только можно. Вот знаете, как принцип лягушки в стакане молока? Дрыгать лапками, чтобы сбивать его в масло, в сметану и так далее. Дрыгайте по всем направлениям. Господин Павлов, господин Севастьянов, пойдите на другой митинг. Выступите там, не знаю, подвиньте Кургиняна. Подвиньте кого угодно еще. Соберите свой, напишите статью. Но главное, общий принцип – общая задача состоит в том, чтобы заставить систему, которая последние годы просто окаменела, превратилась в кусок окаменевшего дерьма, извините, немножко двинуться. Двинуться, раздвинуть нам возможности для движения. Это раздвижение началось. И чем опасна, на мой взгляд, охранительская вот сейчас эта риторика? Почему? При том, что я согласен рационально на уровне вот где-то вот затылочных долей головного мозга со всем тем, что сейчас говорилось и Павловым, и Севастьяновым. Почему я эмоционально этого не принимаю? Потому что фактически такая риторика из наших собственных рядов, она ухудшает сделочную позицию националистов в целом. Потому что сегодня власть боится того, что националисты, нравится это кому-то, не нравится, представляют значимый сектор оппозиции. С другой стороны, она знает и то, что в ее собственных ресурсах поддержки, ее собственных ослабевающих ресурсах поддержки, голос националистов является не лишним. Это уже не незначимая величина на фоне тех 99%, которые приносит господин Кадыров, который можно пренебречь. На нас уже невозможно плевать с высокой колокольни никому. Ни Немцову, ни присутствующему здесь господину Каспарову, ни господину Путину, ни господину Володину, никому бы то ни было еще. С нами приходится разговаривать. Как только мы встанем по стойке смирно, как только мы в этой ситуации займем, по сути, меньшевистскую позицию, что мы еще не готовы ни к какому движению, не готовы ни к какому действию, как только мы исчезнем с площадки, а нас действительно немедленно забудут. И в чем будет, по сути, основа этого забвения? В том, что договорятся без нас и против нас. Мы должны прекрасно понимать, что большая часть режима и большая часть оппозиции – это близнецы-братья. Их разделяют по сравнению с нами второстепенные вопросы. Их разделяют вопросы на уровне «быть Ходорковскому в тюрьме или не быть». Это совершенно второстепенный вопрос по сравнению с тем, является Россия русским национальным государством или не является. Сегодня одним из факторов, которые раскалывают эти две группы пополам, является в том числе и избыточный груз в виде националистов, который давит на обе стороны. Так вот, если вы предложите нам уйти с площадки, если вы предложите нам на ней не стоять, то это будет означать только одно – нас сольют со всех сторон. Спасибо. Спасибо, Егор Станиславович. Слово предоставляется Терехову Станиславу Николаевичу, подготовиться Миронову Ивану Борисовичу. В начале предложения, потом выступление и уже конкретное предложение по нашим дебатам. Предложение не апеллировать и не дискутировать с теми, кто выступал до того, кто выступает. Там Севастьянову, Павлову, кому это интересно, как кто выступил. Интересно, что они предложили. Поэтому, чтобы не тратить время. Второе. Оценка ситуации, анализ и уже конкретные предложения. Я выступаю не только от имени Союза офицеров и Русского офицерского собрания, но и по предложению генерала Ивашова от Высшего офицерского совета России и Военно-державного союза России, который состоялся, заседание которого состоялось вчера. Коротко, что мы предлагаем? Лозунг момента. Можно сказать, два лозунга. Власть в стране, в России, национально-державным силам России. Расшифровывать не буду. Люди все здесь умные сидят и знают, что это такое. Особенно те, кто создавали и продолжают держать знамя национально-державных сил России.
Второе, нет оранжевой революции. Нет оранжевой революции. По ситуации уже я коротко не буду повторять своих предшественников. Путин и эта махровая продажная бюрократия себя исчерпали. Естественно, они должны уйти. Чем быстрее, тем лучше. Мы должны помочь, чем быстрее, тем лучше. Второе, кто придет на смену? Естественно, рвутся те, кто сейчас на митингах. Но не они выводят, точнее, не они руководят этим процессом, а сам процесс руководит ими. Где мы находимся? Я думаю, что на третьей позиции. Если мы позволим Путину подавить, ну, я обобщенно говорю Путин, а не лично его. Лично он уже конченый человек, по-моему. И он должен уйти. Он мирно не уйдет. Ему надо помочь. Да. Поэтому вопрос стоит в том, кто будет вместо него. Те, кто решили возглавить митинг, почему им мешать? Пусть возглавляют. А где мы? Вот те, кто здесь сидит в этом зале, абсолютно большинство. Мы должны быть там. Естественно, и не проси слова, а говорить. И не говорить только со сцены, а быть в народе, как говорится. Мое первое предложение – быть 4 февраля там и активно действовать. Своей позиции. Кто на что способен? У кого какая организация? Есть люди. Значит, выводить свой народ и под своими флагами идти и говорить то, что мы хотим. И о чем мы сегодня говорим. Нет людей? Сам приди, друзей позови, как угодно. Это первое. Второе. Если мы будем следовать каким-то общим стандартам, о чем сегодня говорилось, там комитеты, там еще что-то такое, мы тоже предлагаем создавать соответствующие структуры управления. Вдруг завтра повалит. И ясно дело, что повалит от того, кто сценарии эти продумывает. Мы уже за 20 лет научились, я тоже, слава богу, не первый год в политике, именно общественно-политической, а не официальной. То НАТО и все остальное, что с этим связано, будет управлять процессом окончательного уничтожения вооруженных сил, уничтожением ядерных сил и то, что творилось везде. И мы окажемся на ролях тех стран, которые уже этот вариант прочувствовали, от Югославии до Ливии. Соответственно, предложение общее, конечно, не конкретно каждому из участников. Если есть структуры в регионах, а это единственная сила, которая нас способна действительно поддержать, или лидеров чувствовать лидерами, а не только глашатаями и ораторами, тогда надо на это уповать. И вот предложение о создании партии такой, которая бы объединила, как был этот пример национально-державной партии России, ее надо строить. Пусть даже это несколько будет пока структур. Они в конечном итоге объединятся. И последнее. Друзья, здесь те люди, которые знают много-много лет друг друга, независимо от каких-то ориентаций. Но если те, которые у власти уже десятилетия, это не наши люди. Абсолютно надо понять, главное, что должны прийти новые силы. Пусть они старые по возрасту, пусть они старые по политическому опыту, пусть они даже ориентация политическая какая-то была, в 93-м, да, в 91-м другая, в 99-м еще какая-то. Не это важно. Важно, какая сегодня. Именно это нас должно объединить. Пойдет волна, должны на этой волне мы быть с вами. Не пойдет волна, нас все равно... Как здесь некоторые говорили, там 5 лет, 10 лет, все чепуха это. Только этот год, только будущий год должен нас объединить и смести тех, кто сегодня у власти. Спасибо.